Белорусские солдаты присягнули на верность Родине. Церемонии принесения присяги прошли по всей стране. До присяги все военнослужащие освоили начальную подготовку, тактику армейской службы и другие дисциплины. В ближайшее время солдат распределят по подразделениям и воинским частям, где им и предстоит нести службу. На базе 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове присутствовал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Он отметил, что в нынешних условиях от белорусских военных требуется максимальная собранность и боеготовность. Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что сейчас укрепляются рубежи нашей страны и обучаются войска. Сегодня служба в вооруженных силах – это тот путь, который должен пройти каждый мужчина для того, чтобы научиться защищать свою родину. Сегодняшним новобранцам будет предоставлено и время, и ресурсы для того, чтобы овладеть воинской профессией. Для этого им придется пройти непростой, каждодневный, напряженный путь. Но я не сомневаюсь, что каждый из сегодняшних новобранцев с достоинством пройдет этот путь.